С начала текущего года в Дагестане участились случаи пожаров и отравления людей угарным газом. 8 человек погибли. Об этом заявили на пресс-конференции в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. Причина большинства трагедий – пренебрежение правилами безопасности. Ситуацию комментирует заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Олег Гайдар Гужаев. Основными причинами отравления угарным газом и возникновения пожаров являются установка отопительных и теплогенерирующих установок с нарушением требований пожарной безопасности, а именно малая высота дымохода печи, близость элементов отопительных и теплогенерирующих установок к горючим материалам и конструкциям, использование самодельных установок, не соответствующих требованиям безопасности.